Алло. Да, алло. А ты что, не алло? Уже алло. Дочка спала. Всем привет. Здорово. Привет. Зайду. На кого заходить? На хила заходи сразу. Как их? Кстати, вот это что я поговорил. Там люди, да, согласны, на днях перейдут. Ну, конечно. Там, сколько мне сказали, человек в районе 15-18. Ну, да. Войду на замену посадят. А нет, через неделю у тебя глаз дергаться будет. Тупо свергнут тебя. И все. Поминай, как звали. Пиво, наверное. Говоришь, я с чего? Часа?
там не помню, что я доиграл, нет. Так, что нам еще танк нужен? Или в два будет Мегеридона танчить? Твоему полбу не дал. Я сокрушу его, и запределье будет моим. Ты учти, что ДПСа может не хватить, придется вторых челиков. Да, и это. Придется кубы во второй круг брать. Ну да. Угу. Ну если ДПСа не хватит, туда придется. Ну, либо моментально переводить, чтоб до второй вспышки. Отдайте лапку, пожалуйста. Лёха, спекайся, Вильяма. Ах, не даете мне похилять. Ну ладно, потом похиляем. Некоторые просят подэдэшить, да? Угу. И унижаешься, Лёша, со своим лемом. Стыдно показывать такой красивый класс, нахуй, такой ДПС низкий. Свет тут. Типа у тебя не собран немножко лем или чё? Да, кого? Ну, их урезали. Типа они... Нерфанули, понял. Я смотрел, хуже демона, блять. Элем в Т4, забей, это нахуй уебанство. Если ты Элем в Т4, блядь, то дай бог тебе здоровья. Лёша, дай бог тебе здоровья. Спасибо. Димасик, и тебе здоровья тогда. Спасибо, спасибо, парни. Девятнадцать, наебал. Чё, мы ждём? Да, я думаю, так убьем. Чё, метки ты распределил? Я первый на боссе, Юля вторая, Гамазек на трэше, Мораль третий. Мораль, знаешь, что делать? Ага. Нашел еще одного. Дурачка. Кого можно стол выпросить? Таунтить в момент откидывания, когда он каст произносит, босс, сразу таунтить надо. Когда он каст, да, выебашит, ты нажимаешь таунт. Ты будешь таунтить с Юли, с Авилаши. Неаполитан, мораль. Готовы? Усегда готов. Еще бы ты не был готов. Нет. Чаротворцев играл. О, одного моба не убили. Спрятался. Лёха, у тебя карты нету, Лёх? Нет.
карта сейчас у каждого второго. Да не, мне просто интересно, как карта с сектантом работать будет. Пойди так же, как чешка должна быть. Рынька в карасе. Медведя видел на контрактах. Короче, 4-5. Забей, короче. Взятый. Тут, когда на тебе печать Махтеридона, под конец ее надо стопать каст. Иначе проебешь пол маны и еще настолько же взорвешь. Ну, урон получишь. Вот, на тебе, на ЕКФМ, неаполитан, заломан штел. Юля, тогда с морали заберешь. Мораль, ты должен Севила Шиза. Сектант нормально так ДПСа добавляет, я смотрю, так все, целый косарь не повесим. Вспышка 5 секунд. Мораль забирай. Бегу на ворот. Трэш, трэш. Архимонт. Да, я вижу, там лужа была. Юля, подводи. Он. Ну, если 13% снесете за 30. АОЕ запрещено вообще-то. Нихуя как заговор. Законом. Алло, ребят. Пышка 10 секунд. Здорово. Без. Да, переведем, похуй. Ага, мозаик. Веди, трэш. Под взрывной финал сдаешь гнев небес, мозаик. Трэш больше сыграл.
Кто кринж? Я. Ебануть. Первый средство Дженди. Керус, Джандиса, БР, давай. Захильте его. Лапку каску при собой. Хэнк, ладно, не надо. Марк. Ну хоть сейчас щиток даст, вот как думаете? Не знаю. Не дал. Оп, одну хочу. Что, это дело разве не консулом? Нет, это дело консулом. Ну просто кому нужнее, тот жмет и ПГП, и ответ. Ага. Все. Говорит, что нахыпало, Сань. Смотри, у меня на танке две открытых. Еще надо две. Нахыпало, я тоже хочу. И на ретрика хочу. На ретрике у меня по нулям. Бля, а может на мейн спек как-то можно? Сначала на мейн дается. На туре, Саня. Ну тогда две на танк. Спасибо. Успел съебаться. Не, я тоже бежал со всех ног. Ты вообще закинул нахуй поеботу эту. Прямо этот удар. А, нельзя пылить же их точно. Что, серьезно? Пушки нельзя пылить? Неа. Бля. С каких это пор? Ну я этот посох не мог распылить. Я тут ты... этот не мог распылить, как он, дробяшку, короче. Писала, что нельзя применить к этой цели. Себе, Слава, закидывай. Я понял, нашел жертву. Мэтт Фокс, Груль. Оставайся на магии, я же тебе говорил, делай его мейном.
Пусть роляют тогда. Если оба хотят. Кто хочет хукмастер и кто еще? А в тридцатку он Т4 не даст. Не будь козлом, Дик, да? Тридцатку он же в Т4 не даст. Там скорее его выгонят. Вместе с компьютером. Бля, есть инфа, зачем вообще в этих рейдах милики нужны? В принципе, зачем? Я не знаю, хоть в принципе милики нужны, кроме того. Да, в принципе, зачем нужны милики? Я вам скажу, а шо вы будете на груле делать, блядь, без миликов? Ну ладно, там да, там надо, там надо подъебало делать. Или... Ну, любой, кроме, не обязательно милик может закрывать. Ваш фулл рейд будет из сов? Ну почему? Эллины, рестер шаманы, хэпалы, типа любой латок да, встанет туда. Демон лог, кстати, под. Да, демон. Да, не обязательно демона. Я не, хотя не знаю, может быть только демон. Я не знаю, мне кажется, Дистрика с Афликом ёбнет нахуй. Слава, давай их поставим в мили, а мы на милики тогда почили, там руки позакрывают нахуй. Давай. Класс. Ставь класс, если милик. Хила. Ну, там? Попробуйте. Если что, спекнусь. О, блядь. Только ж было. Юля на Олме, я на Крош. Блять, друида хуёво нету танка. У него есть мишка? Кирос в танка тогда. Будешь этого Киглера держать. И короля. И Гамазек на флипце. Мораль в ДД.
Америка слепца не бьет. Короче, Крош будет призывать этих песиков. Ты их можете сливать. Это не про... А что, они не банятся Крош, разве? А... Банят. Можно банить, можно, но они копят. Меликом один хуй не хуй делать будет. Ну, в принципе, логично. И пока не активируются боссы, никто не бьет. То, что я нет нажал, тебя вообще не смущает? Нет, пидорас. У меня кулака нет. Мне зачем-то прото висит, но кулака у меня нет. Фигляр. Покричишь? Да. Я ну, не... кто? Дайте баф. Ну чё за хуйня? Покричишь, человек. Ты кто? Варя. А по-русски? О. Иглер. Иглер. Сука, кегля ебаная. Он... На нахуй. Трейдер не нужен. Да, сорвал маг. Опять маг. Выйди просто из рейда, если агро на тебе. Пусть по тебе только молния будет. Крош. Да ебать, вы чё там прикалываетесь что ли? Не бейте кеглю, блядь. Дрочит. С бомбами отходите. Мораль, бидон. То молоко войд. Еба промтирован. Бодикон. Бля, думаю, что за хуйня? У нас, блядь, не совы нахуй, не шипы. А ты промахиваешься? Ну, блядь. Сова была, но она умерла. Типа глаз. Можно забрать, сейчас. Это Лёха, ты сколько раз промахнулся? Я не считал. После 20 не считает. Да. Керус Иннер в бидона. У нас один Иннер. Хуин. Керус БР Стенхана. Крош. Мужики, стойте. Ебать, пиздец, блять, нахуй. Стенхан, как? Что такое? Мёртв. Только встал и тут же сдох, блять. Ему надо было просто встать и 5 лапок развешать по всем боссам. Ну ничего страшного, дует. Так выпала карта. Судьба ставила книжку. Цель. Ты там дай больше ДПСов Круша, а то у меня шарды закончились. Ну, у меня Элен закончился, поэтому
Надо обратно раскручивать. Ничего не могу сделать. Ничего не могу, да. Иглер. Керош, не если... забирай, я короля заберу с тебя. Что если вы бичугана не можете, он в этом, блядь, в тотемах постоять, чтобы вас не откидывало, блядь. Чилим. Chill out. А чё, там молм не хочет открыться, блядь? Да не надо. Очередь ждет. Мне нравится быть вторым в ДПСе. А сейчас будет молм, и я буду внизу ДПСа. Не будешь, потому что у меня бурс проебан один. А диспелить кто будет? Ты? Ты ж диспелишь, точно. Ну, дай бог тебе здоровья тогда, Тём. Спасибо. Иглерок, ну давай быстрее, блядь. Олм, да? Сюда, нахуй. Гера дал, ебашьте. Еще и Гера. Да курс сегодня будет? Да маги отдыхают, но. Красноярск не забудь. Красноярск. Костлявый язык, киньте ему. И курс два стака уже. Он нихуя не успеет сделать. Это даже нечестно. Ну да, пипа, наверное, никто не пишет. Алло, нахуй, а где криты, блядь? Все нахуй. Казино закончилось. Сейчас я догоню, подожди. Да у меня казино закончилось, блядь. Меня откручивают. А вот и не догоню. Looking glass. Подсказывай. Зачем ты подсказывай? Керос, иннер, дай в бидон. Пока я лем стакну, то можно пельмень тесто. Что он интересно группа? Ты что, еще не 260, а все? Да. Мне бы еще две напротика, но я не знаю, там может кому-то нужнее, я не знаю.
А ты шипешишь дохуя. Справедливо. Прям, блядь, в каждом рейде, блядь. Только я вижу, что шипе. Вон, смотри, сейчас в рейде, блядь, 3% хита, блядь, в рейде. А, нет, там сова есть, бежу. Есть, сова, это умерла. Сова умерла. Давай, блядь, одну себе на шипе забрал. И остальным на успехе тогда тоже давай. Что за приколы? Вы сначала раздайте на мейн стейке. И ПГП лут мастер Синхан. Мне в принципе только одна нужна. У меня жетонов почти на вторую хватает. Так что похуй. Там Керусу надо, вот. На мейн. Ну, там него... как бы мистер Демонолог еще не против бы взять. Да на него похуй вообще. Ну, кстати, это... Ты ему печеньку да. дашь, он тебе, блядь, на 10 СПД будет больше давать. Сейчас сколько, Артем? Сколько у тебя апнутых? У меня одна. Ага. Это я одну твой, куплю твой... и две хочу залутать. Ой. С течением жизни. Я свою печеньку тогда взятому отдам. По РБК походи, там пиздец сыпет баджи, блядь. Да-да-да, пробегаем. А ты? Кому там делать нехуй бог на меня кидает? Я ж говорю, мне на порта, я на одну почти набил. Вторую это, вторую бы взял. Я говорю, просто думал, что он еще может дофармить. Никакой ну, блядь, на мейны раздайте еще. Для начала, нахуй. Вы офспеки, блядь, тут. Если бы твой шипе хотя бы 20-ку бы давал. Да? Ну, показывай сейчас на боссе. Покажи мне, этого флудинку можно скидывать. Хули ты, блядь, жопу пальцем пугаешь? Кого? А ты палец. Там намекает, что маленький. Там вон тайная комната, идите пообщайтесь. Жопа палец. Да мне похуй, я это не к тому говорю. Это говорю к тому, что просто ты на шпе забираешь, а там челы сидят, которых вот ты новеньких одеваешь в рейде, но им на мейны надо. Я тебе это к этому говорю. Синхан, Герус, взятый. Взятый, старенький, вернулся так, просто. Так ему еще надо. Хуй показал. Ну, ладно, короче, забей. Спасибо. Ну себе 4-то понятно. Себе 4, это всегда. Все 4. Это хорошо, что он не на друиде, блядь. Ты прикинь, на всех пике лутал бы, блядь. Так у него в этом и фишка с тинками, ты понял? Больше тинков надо, больше лута. Дело даже не в спеках. Так Войд для этого гильдию держит. Там печенька, тут печенька, вот это. Я так и знал, что Войд нас использует, блядь. Нет! Заломаноча подъебал. Да нет! А мораль пусть руки закрывает. Сука.
Сука. Сука. Ладно. Не трус. Подъебало так подъебало, хули. Леха, у тебя спек Рошама есть? Конечно. Я же начал Рошама одевать. Ты попался в ловушку. Так он у него изначально был. У меня в хиле Т-10 просто был, а я сейчас вот Т-4 замутил. А, не, у меня нет ни Т-10, ни Т-4, и спека нету. Ну, Кокмастер пишет, скоро что исправим. У меня помехи, и он может под мордой накосячить. Ого. Маш, нахуй ВК? А чё, куда идём? Там еще Авелания зайдет на этого, на бронзовое. Дасанонс. Кто-нибудь дасанонсит. Ни одного орка, да, в рейде? Не, орков нету. Бля, пиздец, орков пати хочется. Ну давай у тебя орк с волониром будет, хули. На пол в Юлюс давай. Юля, начинай. Подъебало же надо. Да я знаю, что не надо сначала. Зашли, подъебали. И не пой, я не вижу. Выходим после этого. Или обжигаем. Раз. Забежим. Зависло? Да, да. Гамазек, уйди. А кто не заходит? Пиздец, вы заебали, а? А кто не заходит? Да, я под ебалом стою. Он обжегся. Вышли, ну, за спину. Забежал. Подъебало все быстро. Там руки еще. Выбежал.
Набежали все. Еще этот стоит. Выбежали, Юля обжигает. Забежали. Он горит. Пробежали. Подъебал. Умирает год. Замените кто-нибудь, забегите. Забегите кто-нибудь один. Убегать. Щит упал. Как заломалось, хотел. Соскребите с пола, пожалуйста. Звездочка, ты когда бегаешь... Вон звездочка это был. Ты когда бежишь к одной руке, ты к ней беги. Потому что сейчас, если бы печенька не подстраховала, мы бы вайпнулись. Mm-hmm. Ты когда выбрал, бежишь к одной печеньке, ты к ней бежишь напрямую. И не надо, типа, там, свечиться в соседнюю. А я сдох за это. Как говорится насчет щитка, охуеть, заверните два. А вон щит есть. Че, идем БС получается? Угу. Леха, ты спала БС. Пойдешь? Ну, сейчас определимся. Так, взятый ты. У меня два открытых, а два не открытых. Лёх, может, спала сходишь? Я уже просто полироль под него купил. Короче, печать, что ты? Ты кому? Печать пустоты, короче, Слава отдал взятому. Пусть апается. Нам ДД надо тоже. Гамазек он. Да. Так, парни, между рейдами можно попросить? А, ладно. Перерыв? Нет, после рейда сделаю. Да я сейчас, мне сокеты, чарки надо, блин. Зачем? Нахрена, она апается просто. А, да? Это без потери сокета? О, ебать, пушка. Да, это 10 только такой прикол. Нихуя, приятно. С ПВПшным шмотом тоже. Так, я быстренько налью чайку и перекурить, а то я только-только домой так зашел. Пойду на 2 минуты. Все, Лёх, заходи на пало. Так а что, я уже под него и полироль купил, и чарку купил.